далеко, зал не бывает. Хотя, честно говоря, пойду попробую на сцену зайти вообще, как понимаете, где нам остановиться. Я думаю, что мы вот отсюда с тобой пойдем с этих мест. Или если отдыхаешь в Швейцарии, то где, какие истории приходят тебе на ум? О чем ты вспоминаешь? В голову. В голову. Буду рассказывать. Да, и ты рассказываешь, в общем-то, все, что хочешь, то и рассказывай, понимаешь? Mm-hmm. Потому что это должно быть действительно живое интервью, mm-hmm. а не что-то еще. Ты непосредственный участник нашей зимней кампании швейцарского туризма. Ты предоставил нам фотографии знаменитых чемпионов Доминик Гезин, Дарио Колония. Я помню, что в каком-то интервью ты сказал, что всему научился у брата. Начинал кататься на сноуборде. Фотографии вы тоже увлекаетесь вместе? Ты говоришь, как ты пришел к этому, к фотографии, да? И, конечно, я задам тебе проекционный вопрос. Я слышала, что ты интересуешься искусством. Угу. Скажи нам какой-нибудь секрет. И ты можешь поделиться, что ты заинтересовался, да? Как ты рассказывал тоже про Штаты. Будет хорошая история. Да. Возвращаясь к тебе, мне кажется, что ты любишь детей. Mm-hmm. Ведь ты организовал Kids Tour в Швейцарии. Это очень благородная история. Вы ездили. Как это происходило? Что вы делали? Mm-hmm. Чему ты научился у детей? Mm-hmm. Что это мороженое? Что мы учили детей, да, потому что сноуборд – это такой спорт, где, в общем-то, стал на сноуборд, катись, как у тебя получится, да. Mm-hmm. А здесь старшие немножко все-таки там поднимают за шкирку и объясняют, как им боком mm-hmm. повернуться. Хотела спросить тебя немножко о спорте. Мы очень гордимся, что ты олимпийский чемпион. Это большое достижение. Какой из своих наград ты гордишься больше всего? И когда ты выходишь на трассу, как ты готовишься к тому, что тебя, ведь на тебя смотрит весь мир? Какие у тебя ощущения? Как ты настраиваешься? Вообще все.